Развитие цифровых технологий продолжится. Во второй день Гайдаровского форума в Москве Сергей Морозов подписал ряд выгодных соглашений, в том числе с производственной фирмой СКБ «Контур». Компания – главный разработчик программного обеспечения, а сотрудничество предполагает внедрение и эффективное использование информационных и коммуникационных технологий. То соглашение, которое мы только что сейчас с вами подписали, несомненно, будет находиться на моем особом контроле, и мы в ближайшее время проведем отдельное такое вот обсуждение и выйдем с вашего разрешения на конкретный план реализации. Совместная работа в первую очередь позволит упростить работу с документами, их обработкой и хранением. Уже сейчас опробованы 5 пилотных проектов по электронному документообороту в Ульяновском, Целининском, Кузоватовском, Старомайнском и Чердакринском районах. Итогом совместной работы станет полное масштабирование проекта на все муниципальные районы области. Кроме этого, о сотрудничестве договорились Ульяновский корпоративный университет и компания Ernst & Young. Стороны займутся продвижением образовательных программ в регионе, в том числе созданием кадровой базы. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.